как-то они несерьезно укреплены, эти ограждения. Ну, так солидно залили они цементные крошки этой. Глубоковатенько так. Да. Эти вообще завалились. Вообще непонятно, зачем они покрытие сняли. Они что, асфальт собираются класть? Штыри торчат. Доски с гвоздями. Это я хочу заметить, что территория не была огорожена. То есть люди проходят совершенно свободно. А покрытие реально все сняли. И это очень сильно настораживает. Хотя подрядчик «Стройинж», правда, он не указан на инфощите, но он утверждал, что никакого асфальта здесь не будет. Вот, дерево очень-очень-очень близко находится. Очень близко находится. Вообще везде строительный мусор валяется, конечно. Ничего не убрали. Здесь вот. Если сегодня будет сильный ветер, это все повалится. Все повалится на деревья. Зачем они покрытие-то сняли?